Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы приветствуем вас в этот вечер. Мы благословляем вас, мы благословляем ваши дома, мы благословляем ваши семьи, мы благословляем ваших детей, мы благословляем ваших мужей, ваших жен. В этот вечер мы хотим вместе с вами прославить Господа нашего великого. Вы знаете, Слово Божье, оно говорит: «Душа моя, благослови Господа, и не забывай всех благодеяний Его, и давайте не будем забывать все, что Господь сделал для нас». Возможно, сейчас вы проходите какие-то сложные времена, непростые времена, и кажется, тяжело. Да, тяжело бывает, но вы знаете, надо вспоминать то, что Бог делал в наших жизнях, то, что Бог делал нас, с нашими сердцами, с нашими домами, с нашими близкими, как Он изменял нас, как Он изменял наши отношения. И будем верить, вспоминать и благодарить Господа за Его милость, за Его благодать. И давайте сейчас будем молиться и благодарить Господа, и вспоминать о Его великих делах, которые также написаны в Слове Его. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе за Твою милость, дорогой мой Бог. Я благодарю Тебя, что Ты такой великий, что Ты такой всемогущий, Господь. Я так благодарна Тебе за все милости Твои, которые Ты изливал в мою жизнь. Я так благодарна Тебе за Твою верность, за то, что Ты никогда не бросал, за то, что Ты никогда не предавал, за то, что Ты всегда вел, Боже, и нес на руках Своих, Господь. И мы стоим пред Тобою, Господь, и благодарим Тебя за все Твои чудеса, Боже, за все Твои дары, которые Ты давал нам, за спасение, за мир Твой, Господь. Спасибо Тебе. Я стою пред Тобою, вспоминая о Твоих делах. Сердце, Бог, мне открой, чтобы вновь услышать голос Твой. Святый, сильный, крепкий до конца Спаситель, Целитель и Друг навека. Поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь Иисус. Поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь. Я стою пред Тобою, вспоминая о Твоих делах. Сердце, Бог, мне открой, чтобы вновь услышать голос Твой. Святый, верный, сильный до конца Спаситель, Целитель и Друг навека. Поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь Иисус. Поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь Иисус. Слова Твои всегда верны, любовь Твоя со мной. Слова поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, Иисус мой, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, мой
Бог, поклоняюсь я Тебе, Господь Иисус. Поклоняюсь Тебе, Господь, величаем Тебя, прославляем Тебя, Господь наш, Ты верный, Господь, Ты верный, Ты сильный, Господь. Я знаю, что Ты победил, Господь, всю тьму Божию. Господь, Ты даешь победу каждому из нас. Мы благодарим Тебя, что мы Твои дети и наши имена. Они записаны в книге жизни. Наши имена записаны кровью Иисуса Христа. В книге жизни, Господь, спасибо Тебе. Знаю, дьявола Ты свергну. Вижу я, как тьма трепещет. Но самое большое чудо в том, что имя мое записано на небе. Верю в Божьи чудеса я, верю в силу воскресения. Но самое большое чудо в том, что имя мое записано на небе. Хвалю Тебя, Господь, вовеки. Прощаешь жизни из тьмы во свет, забрал все обвинения, теперь их нет. Ведь силой воскресенья оправдан я. За все Тебе хвала, Бог, за все Тебе хвала, Бог. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. Я Твое дитя навеки. Ты мое очистил сердце. Будь прославлен Дух Святой, Отец и Сын. Петь могу я бесконечно. О, петь могу я бесконечно. Ты обращаешь жизни из тьмы во свет. Забрал все обвинения, а теперь их нет. Ведь силой воскресенья оправдан я. За все Тебе хвала, Бог, за все Тебе хвала, Бог. Господь, спасибо Тебе, Боже, что Ты нас оживил. Я ожил и знаю, Бог, Ты поведешь меня вперед, о, верю я. Я ожил и знаю, Бог, Ты поведешь меня вперед, о, верю я. Я ожил и знаю, Бог. Ты поведешь меня вперед, о, верю я. Я ожил и знаю, Бог. Ты поведешь меня вперед, о, верю я. О, Господь, верю я. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты обращаешь жизни. Ты обращаешь жизни из тьмы во свет. Забрал все обвинения, теперь их нет. Ведь силой воскресенья оправдан я. За все Тебе хвала, Бог. За все Тебе хвала. Господь, спасибо Тебе. Боже, спасибо Тебе. Мы так благодарны Тебе за ту победу, которую Ты дал нам в имени Твоем. Даже если, Господь, вокруг нас вооружается, Господь, Боже, какая-то тьма, вооружается какое-то противостояние, Боже, Ты даешь победу. Мы так благодарны Тебе. Мы так благодарны Тебе, что мы покрыты, Боже, Твоей броней праведности, Боже, Твоей любви, Господь, мы покрыты. Боже, мы не сами по себе имеем силу, но Твоя сила в нас, чтобы противостоять всякой тьме, Господь, спасибо Тебе, Иисус. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он мне тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою венчал. Мой Бог не победит, да, мой Бог
победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. В имени Иисуса, в имени Иисуса власть и сила. Он в любой борьбе не победим. С ним пред любым предстану великаном. Я знаю, победа за ним. Я знаю, победа за ним. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь в добро. Обращаешь добро, мой Бог, все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь добро, все зло, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь. Обрушил наш враг на нас, Бог обращает в добро, обращает в добро. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Я знаю, тебя победа ждет, я знаю, тебя победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Спасибо тебе, Господь, что ты победитель во имя Иисуса. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Иисус Господь, Он очень вас любит. И мы сегодня собрались именно помолиться вместе, пообщаться, поразмышлять о Его Слове. И вы сделали правильный выбор, что сегодня находитесь на этом месте, каждый в своем доме, и подключились именно к этому эфиру, потому что Господь приготовил для вас что-то очень особенное. Я вкратце помолюсь, и мы начнем вместе общаться по Слову Божьему. Дорогой наш Господь, мы благодарим Тебя за это время, которую Ты каждому из нас подарил, Господь, за ту благодать и милость, которую Ты являешь в нашей жизни, Господь, для благовременной помощи. Благодарю Тебя, Господь, за Твой свет, Слово Твое, которым Ты, Господь, подкрепляешь нас в нашей жизни. И прошу Тебя, Святой Израилев, Дух Святой, сегодня касайся нас, Господь, веди нас. Пусть это время, это Слово, которое Ты приготовил для нас, Господь, оно послужит нам, Господь Божий милостивый, и мы, Господь Бог милостивый, превозносим Тебя и благодарим за все, что Ты делаешь в наших жизнях. Во имя Иисуса Христа вся слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аллилуйя. Аминь. Дорогие друзья, у меня сегодня такой посыл, как бы, который коснулся моего сердца. На этом воскресном служении у нас служил благословенный наш брат Андрей Субботин, который говорил хорошее слово, и оно меня очень сильно коснулось. Я буду говорить на ту же тему примерно, что и в прошлый раз, потому что оно, так сказать, очень, так сказать, коснулось меня. Поэтому 22-й псалом говорит, что «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться».
Вот. Но сегодня я хотел бы просто немножко в другом свете этот вопрос, эту ситуацию как бы преломить, потому что на самом деле, что значит «я ни в чем не буду нуждаться»? Это то значит, что Господь, Он ответит на всякую нашу нужду. На самом деле мы и Бог находимся на расстоянии нашей нужды в Боге, находимся на расстоянии нашей зависимости от нашего Господа. И мы часто хотим, чтобы наши нужды, все они просто были выполнены. И когда-то я молился Богу, это было не так давно, может, несколько лет назад, может, год, может, два. И я упросил у Господа: «Господь, благослови то и то и то». И Господь мне сказал, мне пришло такое слово, наверное, так будет правильнее: «Не торопись жить». Потому что наши нужды, наши планы, наши цели – это и есть наша жизнь. Бог нам ставит их, какие-то вопросы мы решаем сразу, каким-то мы идем целые годы. Вот. И мне понравилось наше начало планирования, которое мы делали всей церковью в начале 2000-х, наверное, в 2000 году, когда мы все расписывали свои планы на год, на два, на три, на пять, на десять. И потом, когда они состоялись, каждый из них, и я тоже анализировал, и положа руку на сердце, наверное, процентов 70-80, в каких-то местах и до 90 произошло то, о чем я просил Господа. Я имею в виду на период 10 лет. Так вот, возвращаясь к 22-му псалму, что «Господь мой, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Когда мы слышим это слово «я ни в чем не буду нуждаться», это говорит о том, что есть тот, кто нас обеспечит, есть тот, кто нам поможет, есть тот, кто нас благословит, кто говорит в своем слове, что прежде всего мы искали Царство Божьего и силы Его, или где-то и правды Его написано, все остальное приложится. В моей жизни был такой марафон, когда я пытался решать вопросы за Господа, благословляться, помогать Ему меня благословить, потому что мне казалось, что что-то медленно, Господь меня как-то так поднимает, а я все хочу побыстрее, побыстрее. В какой-то момент, конечно, Он дал мне насладиться своим желанием побыстрее, и я увидел, что я сильно оторвался от реальности. И тогда пришло такое ко мне слово, которое было дано Валтасару, что он взвешен, найден слишком легким. Я увидел, что я иду намного впереди, чем я есть. И Господь, Он меня притормознул, сказал: «Игорь, не торопись, потому что это опасный путь». О чем я хочу сегодня сказать? Я хочу сказать, что наши нужды – это и есть наше соприкосновение с Богом. Это и есть те чудеса, которые Бог будет в нашей жизни делать. И по сути, если мы хотим больше нашей жизни чудес, то у нас будет однозначно больше нужд. Если мы больше хотим нашей жизни славы, то однозначно у нас будет больше нужд, у нас будет однозначно больше целей и планов. У кого-то просто даже времени не остается. Поэтому, когда ты ставишь какие-то цели, планы, то будь аккуратен, чтобы сильно не уйти в суету. Но главное, что я увидел, в это воскресенье очень хорошо было открыто на нашем служении понятие о том, что именно Господь приготовил хлеб нам на сей день. Если мы посмотрим место Писания, то мы увидим, что Господь нас учит молиться: «Господь, дай, Отец наш Небесный, дай нам хлеб насущный на сей день и прости нам долги наши».
Вот. И я думаю, что здесь кроется именно тот момент наших взаимоотношений с Богом, которые Господь желает, чтобы они были у нас. Потому что, ну, как говорят в бизнесе, надо решать проблемы по мере их поступления. Я понимаю, что мы прогнозируем, планируем, вот, мы ставим примерные прогнозы, выставляем планы, у нас есть какой-то рост, который мы закладываем. Вот. Но главное, это то, что мы должны решать вопросы по мере их поступления, то есть или по мере их, так сказать, реальных моментов, когда они происходят. Поэтому молиться за болезнь, которой нет у тебя, ну, как бы это будет как минимум странно. Ну, на всякий случай, можно сказать. Ну, я думаю, это ни к чему. Но просить Господа, чтобы Он благословил тебя в этот день, это и есть мои и твои взаимоотношения с Ним. Поэтому нужда – это точка соприкосновения с Богом. Я увидел такую картину, как бы, ну, вот как мы, я думаю, мужья, они в семьях ответственны, они стараются заработать, они стараются оплатить все вопросы коммунальные, жилищные, там, все, что нужно для детей. И в какой-то момент, как бы, получается, что человек остается сам, как бы от него все зависит, он как бы на себе начинает концентрироваться. Но это неправильно, потому что даже если муж или мужчина обеспечивает свою семью, все равно в Слове Божьем написано что? Написано, что чтобы мы искали прежде всего Царство Божие и силы Его, а все остальное приложится. Приложится кому? Приложится к каждому из нас. Вне зависимости, мужчина или женщина, брат или сестра. Господь, Он говорит, что я забочусь о вас. Я беспокоюсь, держу тебя за правую руку. Так говорит Слово Божие. Поэтому сегодня Господь обеспечил тебя, дал все необходимое. В какой-то момент народ Божий назвал одно из мест Эвенезером. Это место, это перевод прямой называется «До сего места довел нас Господь». И вот до сего места тебя и меня довел Господь, и мы благодарны Ему за все, что Он сделал, и то, что приготовил Он в нашем будущем. Мы уже увидели, что время, оно на самом деле может просто лететь. Просто годы могут быстро-быстро проходить. И поэтому молитва Соломона, чтобы Бог дал сердце мудрое, чтобы исчислять дни мудро, это правильная молитва. Потому что те приоритеты, которые Бог дал тебе или мне, в твоей семье или в доме, если ты женатый, значит, ты заботишься о своей семье, вот, или замужняя, ты заботишься о своем муже. Но и во всем этом Господь желает являть свою славу. Потому что Господь, Он сказал, чтобы мы выполняли Его миссию на этой земле. Каждый из нас, он имеет от Господа задание. А какое задание? Чтобы мы служили Ему, чтобы мы искали Его Царство, искали Его прежде всего. Поэтому часто бывает так, что день начинается, и можно занырнуть в эту суету, и день закручивается. Но Господь желает, чтобы ты уделил это, в это утро минуту, 10-15, час, в зависимости от твоего посвящения Господу, Богу, чтобы ты встретился с Ним, чтобы ты начал день с Ним. Потому что Господь говорит, что я не оставлю, не покину тебя. Даже если женщина оставит своего дитя, Писание говорит, что Бог так, Он ставит себя на этот уровень. Это тяжелое сравнение.
Я не хочу, чтобы кто-то из вас когда-то это сравнение пережил. Но Господь говорит, что и в этом сравнении я тебя не оставлю. Поэтому, дорогой мой друг, прежде всего пойми то, что Господь дает нам какие-то нужды в нашей жизни для того, чтобы мы вместе с Ним преодолевали эти вопросы, для того, чтобы мы с Ним имели взаимоотношения. Потому что если твоя мечта или твоя цель как-то, она находится на уровне твоего решения, то это не мечта. Не мечта. Мечта должна быть такая, которая бы захватывала твой дух, которая бы прославляла Господа. Поэтому, если сегодня ты потерял огонь, который был в твоем сердце, и не знаешь, куда тебе двигаться, то, наверное, сейчас именно тот момент, когда нужно помолиться Господу и попросить, чтобы Бог, Он помог тебе увидеть то, что Он хочет сделать в твоей жизни. Давайте, дорогие друзья, сейчас мы помолимся с вами вместе. Если у кого-то есть желание дать Господу какой-то обет, принять какое-то новое решение, новое посвящение, то я вместе с вами сейчас хотел бы об этом помолиться. Потому что Господь, Он ждет от нас решений. Он ждет от нас шагов вперед, чтобы мы не надеялись только на себя, чтобы мы не пытались свои нужды решить сами, но чтобы мы это делали вместе с Ним. Дорогой наш Господь, я благодарю Тебя, что Ты дал нам эту великую милость, которую Ты, Господь, являешь в наших жизнях. Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди вас. Господи, и нас сейчас больше, чем двое или трое вместе в этом эфире, Господь. Мы молимся Тебе, Господь, от тех посвящениях, которые сегодня мы делаем. Я прошу Тебя за братьев, которые сегодня решили дать какое-то обещание Тебе, сестер, Господь, за тех, кто решил перепосвятить себя снова на служение Тебе, Господь, чтобы огонь, который горел в сердце, Господь, загорелся с новой силой, Господь. Я прошу Тебя, Господь, за того, кто утратил сегодня дерзновение, Господь, чтобы Ты коснулся сейчас сердца моего брата и сестры, Господь. Ибо Ты сказал, чтобы мы, Боже милостивый, возгревали тот дар, который Ты нам дал. Я прошу Тебя, возгрей сейчас дар моей сестры и моего брата, Господь. Пусть Твой огонь будет в наших сердцах, Боже милостивый. Я прошу Тебя за те дары, которые Ты дал своей церкви, Господь. Ты сказал, чтобы мы ревновали о дарах больших, и Ты покажешь путь превосходный. Боже, я прошу Тебя, Господь, за каждого из нас, Господь, за все, что Ты имеешь на этой земле Казахстана, для каждого из нас, для каждого служителя, для каждого Твоего дитя, Господь, Боже милостивый, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас коснулся своей рукой, своим Святым Духом, Господь, нас, Господь, и повел нас дальше, и помог нам, Господь, совершить то, что Ты приготовил нам на этой земле. Помоги нам войти в этот новый сезон нашей жизни, который Ты даровал нам, Господь, Боже милостивый. Вот Ты сказал, что творю все новое, Господь, Боже милостивый. Ты сказал, что день ото дня он разнится в славе Своей, Господь. И мы просим Тебя, благослови нас, Господь, сегодня, Господь, в наших нуждах, в отношениях с Тобою, Господь, Боже милостивый, видеть Твою славу. Пусть Твой божественный огонь будет над нашими домами, над нашими семьями, над нашими сердцами. Я молюсь за того, кто уже перестал мечтать, того, кто отчаялся, разочаровался, возможно, в своих попытках. Господь, может быть, где-то болезни или какие-то обстоятельства препятствовали этому, но сейчас властью нам данная, Господь, я провозглашаю Твою руку над нашими жизнями, над нашей церковью, над братьями и сестрами, которые сейчас вместе со мной молятся. И пусть Твое, Господь, откровение сейчас, Боже, умудряет простых.
Благослови, Господь, ибо Слово Твое говорит, что вся тварь стенает и мучается в ожидании откровения сынов Божьих. Я прошу Тебя, Господь, за сыновей Твоих, дочерей, которые сегодня вместе посвятили это время, Господь, общению нашему с Тобой, дорогой наш Спаситель Христос. Господь, благослови и приумножь веру. Укрепи веру, Господь. Дай обновление, Господь. Дай пусть Твое помазание, Господь, Твоя сила, Господь, будет над каждым из них. Ибо Ты сказал, что один прогоняет тысячу, а двое – десятки тысяч. Благословение Твое над нашими братьями и сестрами, Господь. Я благословляю, Господь, и пусть всякая нужда, которая сегодня стоит перед ними, она будет восполнена Тобой, пусть они увидят, как Ты, Господь, Боже милостивый, заботишься и печешься, Господь, о нас. Во имя Иисуса Христа вся слава Тебе и честь, аллилуйя. Аминь. На самом деле это очень такое место, я скажу сказать, что это место, кардинальное место, когда мы осознаем, что есть тот, кто за нами заботится. Вот я ощутил Бога, у нас вчера была домашняя группа, мы общались, и был такой момент, я вот в отношении, что Господь, Он восполняет всякую нужду по богатству своей милостью, о том, что Он сказал, что я пришел дать жизнь, и жизнь с избытком, о том, что меру добрую, утрясенную, нагнетенную отсыпят в лоно ваше, что блажение давать, нежели брать. Я хочу сказать, что это вера, это наша вера, потому что выходить вперед – это вера, потому что, как сказал в этот раз проповедник о том, что веровал Авраам, и это вменилось ему в праведность. Ни какие-то другие заслуги, ни какая-то другая часть его жизни, у него не было Библии, он не читал ее, потому что ее тогда не существовало. Но вера его вменилась ему в праведность, потому что он сверх надежду поверил с надеждой. Вот. И говорит, что он это ощутил при жизни все. Ну нет же, при жизни у него уже в старости родился его сын. Но вера, делами Писания написано, достигает совершенства. Апостол Иаков говорит, знаешь ли, неосновательный человек, что вера без дел мертва сама по себе, что бесы веруют и трепещут, что наша вера от бесовской отличается наличием дел. Вот если ты сказал, что верю Господи, и пошел действовать туда, где ты веришь, это и есть живая вера, которая подтверждена твоей жизнью, моей жизнью и теми делами, которые ты совершаешь. И вот мы общались, и Господь открыл место такое, что о нуждах не заботились, что вот, допустим, ну, тут много, я думаю, есть отцов, глав семейств, дедов уже тоже. Вот, и вы знаете, что есть там всякие разные нужды, там, скажем, коммунальные, которые мы оплачиваем, об этом могут не знать дети или жены. Просто мужчины это делают, и все. И Господь мне показал на примере, как я это делаю в семье, так Он делает в отношении меня. То есть эту бумажку я даже и не вижу со всеми там счетами, которые есть. Потому что Господь восполняет все нужды. Восполняет все нужды. Поэтому написано в Библии следующие слова, что в последнее время народ Божий усилится и будет действовать. Я много вижу таких моментов, когда люди говорят, ну вот разные разделения там происходят по местам, обстоятельства. Но я вижу только одно, что все время один и тот же дух действует. Дух страха, который парализует людей. Когда человек в страхе находится, человек становится парализован. Когда ты получаешь сильнейший удар какой-то, который ты не можешь сам вынести, если ты его не перенесешь в сферу духовную, Господу, то тебе придется тяжело. Поэтому очень важно, чтобы мы помнили то,
что Господь нам сказал, а страхов их не бойтесь. А страхов их не бойтесь. А Писание говорит об этом, что боящийся, он несовершенен в любви. Что сам страх – это уже и есть западня, это и есть дух этого мира. Это дух сатаны, князя этого мира, который держит людей в страхе. Но Господь говорит, что в любви нет никакого страха. Почитайте первое послание Иоанна. Но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Всякий страх. Если в тебе есть любовь Господа, то страху не будет места. А если сейчас у тебя есть в твоем сердце страх, то, возможно, ты оступился, возможно, ты попал в капкан, возможно, ты больше переживаешь, чем надо. Больше, чем, как говорят у нас, кто-то из мухи слона раздул. Поэтому Господь говорит, что не бойтесь. Кто-то уже посчитал даже, что в Библии 365 раз написано слово «не бойтесь» на каждый день. А сам Господь говорил «мужайтесь, ибо я победил этот мир». Что такое мужаться? Ну, я думаю, мужчины это знают. Это укрепиться, это встать в какой-то момент, встать в вере и доверить Богу свою жизнь, доверить Ему в этих обстоятельствах. Потому что наша попытка, вот «я ни в чем не буду нуждаться», это, конечно, хорошая мысль, на самом деле так оно и будет в глобальном вопросе. Но в повседневном мы будем постоянно просить у Бога хлеб наш, дай нам хлеб наш насущный. Потому что мы можем смотреть, как в общем, что Господь, сказано, что много скорби у праведного. Я все время размышлял, ну как это? У праведного много скорби. Как-то вот не клеится. Но главное читать до конца. И окончается это слова. Но от всех их избавит его Господь. Не от 99, а на сотом скажет, ну ты сам там справишься. От всех. Так в чем же дело? Получается, нету никакой нужды, в которой бы Господь меня или тебя оставил. Значит, нету смысла переживать. Нету смысла тратить на это время свои силы. А лучше делать добро. В Писании написано, делая добро, да не унываем, дабы в свое время пождем. И опять же условие идет. Если не охладеем. То есть, все равно есть тот, кто хочет украсть, убить и погубить. Есть тот, кто хочет награду украсть у тебя или у меня. Когда я крестился, мне подарили местописание такое, что в Откровении написано: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». И я сегодня тебе, мой дорогой друг, мой брат, говорю: держи, что имеешь, потому что все то, что ценно, на него всегда покушается враг. Потому что у него нет другой цели, у него нет другой задачи. Потому что он не пастырь. Он наемник. Писание так говорит. И он не родит о овцах. И когда придет волк, он будет бежать. Это говорит Слово Божие. Но Господь наш Бог, Он жизнь свою полагает за своих овец. А Господь так говорит: жизнь полагаю, никто не берет у меня, я отдаю. Поэтому я прочитаю 10 главу Евангелие от Иоанна, 7 стиха начну. «Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило передо мною, воры и разбойники,
но овцы не слушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть им пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Вот как бы Господь сам про себя говорит следующие слова через апостола Иоанна о том, что он сам полагает свою жизнь за овец, о том, что он пришел дать жизнь с избытком. Вот. Я понимаю, что как бы сложно где-то бывает управлять большими финансами или еще чем-то, но по сути Господь ничего не имеет общего с нищетой и проклятием. Нищета и проклятие – это такая же болезнь, как любая другая болезнь. Как любая физическая болезнь, нищета – это одна из таких же болезней. Это такая же часть проклятия. Ничего не имеет общего она с Богом. Я понимаю, что есть люди, посвященные, самоотверженные и как бы всю жизнь свою полагают для Господа. И слава Богу за таких людей. Но это не должно быть... Человек не должен быть заставлен. Он не должен быть это делать с принуждения. То есть как бы в глубине, будучи несчастным человеком. Господь, он сказал, пришел дать жизнь, жизнь с избытком. Господь это сказал, не я и никто другой. Поэтому я считаю, что Господь не желает, чтобы его народ, он находился в каком-то роде проклятия. Он сказал, что нужда – это наше с тобой взаимоотношение, это наше соприкосновение с тобою. Это то место, на котором с тобой разговаривает Господь. Вот. Кто-то уходит дальше и уже разговаривает вне всякой нужды. Но в основном приходят люди, потому что они нуждаются. Вот когда я пришел к Богу, мне мои друзья начали говорить, ну вот, там тебе стало тяжело, и ты пришел к Богу. Ну, поначалу я, конечно, отпирался, говорил, да почему сразу так? Вот. Но это продолжалось какое-то время, и я просто был вынужден признаться, сказал, да, мне было тяжело, я пришел к Господу. А тебе тяжело, ты все равно один тащишь эту лямку. И вытащишь ты ее или нет, никому не известно. Потому что вор пришел украсть, убить и погубить. Писание об этом говорит, что дьявол ходит и клевещет на братьев своих, что у него одна цель. У него она в трех формах, но цель одна – убить. То есть просто погубить, нести пагубу или украсть что-то, что дал Господь. Что можно украсть у человека, у которого ничего нет? Поэтому Господь говорит, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходный. Поэтому я молился сегодня о том, чтобы твое посвящение Господу, твое служение Господу, оно было во славу Его. У нас, как у народа Божьего, у нас и нету никакой-то другой высшей цели, чем служить Господу. Да, у нас есть дети, есть дома, жены, семьи, работы, которые дал Господь, потому что Соломон говорит, что когда ты в работе находишь удовлетворение, то это от Господа радость. На самом деле, не просто ты делаешь неприятную тебе работу, но ты еще получаешь какой-то эмоциональный заряд. Вот, что ты не просто родил своих детей и не видел их всю свою жизнь, потому что работал как
как правильно назвать это слово? Ну, вы поняли. В общем-то говоря, так же работал, что даже и некогда было детей своих. А потом уже и дети не стали детьми, стали взрослыми. Этого ли хочет Господь? Я не думаю. Господь дал нам работу, Он сказал в Писании, чтобы мы работали своими руками, чтобы не имели нужду, во-первых, сами, и чтобы могли помочь нуждающимся. Поэтому, чтобы мы вели тихую и безмятежную жизнь, вот Его слово. Поэтому сегодня, какая бы ни была твоя нужда, Господь желает с тобою вместе восполнять ее. Господь желает, чтобы ты и я сегодня не надеялись только на свои руки, потому что Писание написано, что проклят всяк надеющий на человека и делающий плоть своей опорою. Мы – Божий народ, и Господь приготовил для нас то, о чем не помышляло сердце человека. Пророк Иеремия говорит, о чем не помышляло сердце, то Господь приготовил, чего не видело око, глаз человеческий не видел. Поэтому, дорогой мой друг, пусть Господь тебя благословит, пусть Бог тебя благословит в твоих нуждах, которые ты Ему доверишь. Но просто пусть в твоем списке будут те люди, которые рядом с тобою, которые сегодня находятся в нужде, которым ты бы тоже помог помочь. Пусть будет в твоем списке и добро, которое Господь приготовил тебе делать, и служение Богу, которое Господь доверил тебе. Потому что когда мы крестились, в Писании написано, что мы... что крещение – это есть не плоская нечистота омытия, но обещание Богу доброй совести. Поэтому Господь дал нам эту совесть, Он восстановил нам, Он дал ее добрую, что мы сегодня не желаем ничего у других. Но тем самым Господь желает, чтобы ты сегодня помог ближнему своему. Кто твой ближний, ты знаешь. Поэтому я благодарен Богу за это время, но... И за это слово, которое тоже получил, как и каждый из нас, и для меня оно очень много-много значит. Господь позаботится. В какой-то момент все равно у меня так получалось, что я понемножку начинал на себя, как говорят, жить по средствам, но не жить в иллюзии, не фантазировать, вот, не думать о себе больше. Это все хорошо, но в меру. А иногда на этом может кто-то спекулировать. Поэтому Господь желает, чтобы в твоей жизни был божественный избыток. Поэтому Он сказал, что Он добрый пастырь и водит тебя к водам тихим. Поэтому я благословляю тебя сегодня. Коротко помолюсь об этом послании, которое... Бог мне дал сегодня, положил в мое сердце. Оно на самом деле меня очень сильно распирает, потому что я тоже вижу новый сезон Божий. Мы должны видеть, что Бог не зря, Он старые мехи когда-то взбивал для того, чтобы новое вино, для того, чтобы мы вошли в этот новый сезон. И, конечно же, для этого входа очень важно. Я не знаю, у тебя тоже возможно это тоже. Важна вера и важна Божьи чудеса и Божья слава, Божье присутствие в жизни нашей. Поэтому я вкратце помолюсь, и потом мы будем молиться за те нужды, которые пришли во время эфира. Дорогой наш Господь, благодарю Тебя за то, что Ты милостивый Спаситель наш, Христос. Боже, никогда не опаздываешь за то, что Ты вкладываешь в наши сердца и хотение действия по своему изволению, Господь. И когда мы не имеем какого-то ответа, Господь, и когда мы находимся в какой-то паузе, в каком-то промежутке времени, в каких-то обстоятельствах, Ты нас не оставляешь и помогаешь нам, как в свое время Ты дал Аврааму
молиться за Авимелеха, его семейство и его народ, чье чрево ты закрыл от того, чтобы они рождали. И ты откликнулся прямо сразу. Но в его жизни еще был целый период жизни, когда ему было нужно дальше доверять тебе, Господь. Ты сказал, что праведник будет жить верою. Я прошу тебя, Господь, за моих братьев и сестер, благослови веру, Господь, и укрепи, Господь. Боже, милостивый, ты сказал, кто поколеблется, к тому не благоволит твоя душа. Благослови нас быть не из колеблющихся на погибель, Господь. Дай нам, Господь, веры. Дай нам, Господь, силы Твоей, Господь, в это время, Господь, которое Ты нас призвал на эту землю, Господь, стоять за наш народ, стоять за Казахстан, за всех тех братьев и сестер, которые охладили верою. Молюсь Тебе сейчас, Господь, чтобы Ты, Господь Божий милостивый, побудил их сегодня действовать. Господь, чтобы Ты, Господь Божий милостивый, показал, что время коротко и дни лукавы. Благослови, Господь, нас духом пламенеть. Ты дал нам это слово, чтобы мы духом пламенели и Тебе, наш Господь, служили. Во имя Иисуса Христа Тебе вся слава. Аллилуйя. Аминь. А сейчас я прочитаю те нужды, которые пришли во время эфира, и мы вместе с вами прострем нашу веру за наших братьев и сестер в молитве. Значит, просят за разрешение ситуации Елены с потерянным в пути грузом. Господь, мы просим Тебя, благослови, Господь, Елену и ее груз, который потерялся, чтобы он нашелся, Господь. Боже милостивый, пусть Твоя, Господь, благодать будет над ней, рука Твоя, милость, дорогой Спаситель, Господь. Где бы он ни потерялся, помоги ему найти сегодня. Во имя Иисуса Тебе, Господь, вся слава. Значит, за благополучное оформление земельного участка для Иржана просит, чтобы мы помолились. А участок – это хорошо, и поэтому это на самом деле благословение. Но хорошо, когда оно будет благословено еще и Господом. Поэтому мы вместе с вами, дорогие друзья, во имя Иисуса просим за Ержана, чтобы вопрос оформления этого земельного участка произошел благопристойно и чинно, что все правильно было, и пусть милость Твоя, Господь, будет над этим домом. Просят за верующих друзей и духовный рост Вики. Мы просим Тебя, Господь, за Вику, за ее верующих друзей и, конечно же, за ее духовный рост, чтобы она поднималась, росла, двигалась вперед, Господь. И мы в этой молитве вместе соединяемся с нашими братьями и сестрами и просим Тебя, благослови ее в этом, Господь. Да прославится Твое святое имя, Владыка неба и земли. Просят за исцеление Амани. 6 месяцев ребенку всего увезли в реанимацию. Дорогой Господь, мы просим Тебя сейчас, Дух Святой, за Господь Божий Амани. Мы просим Тебя, Господь, касайся сейчас его сердца. Касайся его, Господь, на том месте, где он находится, Господь. Благослови врачей, Господь, все необходимые процедуры, Господь. Благослови и подними, Господь. Воскреси и укрепи этого человека. Дай силы и славы, Господь, в эту жизнь, в эти обстоятельства. Господь Бог милостивый, мы молимся Тебе сейчас. Сверх надежды, с надеждой верим за этого человека. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты подарил, Господь, радость этому дому во имя Иисуса Христа и силу могущества Твоего, Господь. Господь, благослови, Господь, какая бы ни была ситуация у ребенка, Господь, пусть Твое здоровье будет над ним. Просит за восстановление резиды после инсульта, исцеление шейки бедра. Дорогой Господь, мы просим Тебя, Господь, воскреши нас, Спаситель, чтобы Ты, Господь, Боже милостивый, прикоснулся, Господь, резиды, Господь, и, Боже милостивый, восстановил, Господь, после инсульта ее полностью, Господь, и благослови, Господь, восстанови шейку бедра, Господь.
Также просят за спасение мужа Светланы и упование на Бога. Благослови, Господь, Боже милостивый. Мы просим Тебя за мужа Светланы, прославься в нем. Просят за работу и финансы для мэрии, Господь, благослови ее. Исцеление и финансовый прорыв для Эльвиры, Господь, пусть Твоя рука будет над ней. Исцеление Эмиля, Господь, мы просим Тебя, благослови, исцели Эмиля. Исцеление сии тага от паховой грыжи, Господь, благослови, Господь, и исцели, милостивый Боже. Спасение Марка и освобождение от зависимости, Господь, пусть Твоя слава будет над ним, Господь, и сила Твоя явит победу в его жизни, Господь. Спасение Вики и Жени, восстановление их брака, Господь, Боже милостивый, Ты сказал, что нас назовут восстановителями развалин, Господь, и мы благословляем этот дом силою Твоей и могуществом величия, восстановления и слава Твоя над ними. Спасение Иры и Насти и Кати, Господь, мы просим Тебя за их спасение, да прославит Твое святое имя. За благословение семьи Светланы, радость общения в день рождения их сына Саши. Благослови, Господь, и восполни, Господь, по богатству своей милости. Исцеление от Аарона от аллергии, Господь. Благослови Аарончика, и пусть всякая аллергия от него отойдет во имя Иисуса. Спасение Ани, Антона, Индиры, Жени и их семей, Господь. Мы просим Тебя, прославься в них и спаси эти семьи. Великий Бог наш, аллилуйя. Аминь. Выход из долгов Светланы. Мы просим Тебя, Господь, освободи, ибо Ты пришел измученных вывести на свободу. Исцеление Анны от кожного заболевания, Господь Боже, полностью исцели, Господь, ее тело, Господь, и прославься, Господь, в этом. За возвращение к Богу внучки Лидии, Господь, просим Тебя за Лидию, Господь, найди, яви свою славу. Исцеление Зинаиды, просим Тебя, Господь, исцели Зинаиду. Во имя Иисуса вся слава Тебе, Господь, аллилуйя. Аминь. Благословение, дорогие друзья, сейчас мы прославим Господа. Всего вам доброго. Спасибо Господу за Его Слово, которое было сказано сегодня. Мы принимаем это Слово, и мы верим, что Бог будет действовать в наших жизнях, в наших сердцах, в наших семьях, в нашем городе, в нашей стране. Мы благодарим Господа, потому что Он всемогущий, у Него власть. Что бы ни происходило в этом мире, есть власть у Господа. Он Бог над всем и говорит: «Все, вся земля моя, все мое», Господь говорит. И вся власть принадлежит нашему Богу. Мы прославляем Тебя, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты всемогущий, Господь. Наш Бог, всемогущий Бог, Он царь, над всей землею правит миром, силе мудрости и любви. Наш Бог, всемогущий Бог, Он царь, над всей вселенную словом своим. Наш Бог всемогущий Бог, перед Ним склонилось все и небо, и земля. Наш Бог всемогущий Бог, но Господь оставил все. Он умер на кресте, Он пролил кровь свою, чтобы мир был спасен. Он воскрес на третий день, возвращается Он вскоре. Наш Бог всемогущий Бог, наш Бог прав.
братья и сестры, спасибо, что остались до конца. Мир Божий, любовь Божья пусть наполняет ваши сердца, дома, разум. Ваши тела пусть будут исцелены, здоровы и крепки в Господе Иисусе Христе. С Господом. Аминь.